Здрасте. Сегодня поговорим о выборе ручки. То есть ручка по поводу выбора плеча, я уже у меня было видео. Зачем нужна длинная плечевая пара? То есть это расстояние от винтовой пары до кольца. Или еще нужна короткая. Сегодня я вам расскажу по поводу выбора кольца. Ручка, сама ручка. Есть ручка прямая. То есть видите, где находятся кольца симметрично друг к другу. Вот они. Есть ручка офсет называется, где кольца смещены по отношению друг к другу. Плюсы ручки прямой. То есть, когда вы работаете на прямых ручках, вам надо прилагать больше усилий для того, чтобы как бы прорезать. То есть, вы можете... У вас рука более напряженная, более, скажем так, будет уставать. Но в то же время вы сможете создать достаточное давление на 2/3 ножниц. То есть вы можете уже, ну это основная работа, прорезать. Ручка офсет. Ручка со смещенными кольцами. Когда вы работаете, вы уже, вам не надо вот напрягать кисть. Вы работаете вот более расслабленно. То есть... Соответственно, усилия на ножницы, на режущую кромку у вас меньше. То есть вы должны понимать, что эта работа больше, скажем так, шлифовочная или для легкой шерсти. Плюс, конечно, офсета, то, что у вас рука, то есть она не кисть не напряжена. То есть она более расслабленная. То есть вы уже спокойно работаете им. Есть, конечно, люди, которые как бы, ну, профессионалы, они могут, понятно, и канцелярскими, и вот такими ножницами постричь собаку. То есть они могут и офсетом как бы делать основную работу. Но вообще это все сделано, вот эта эргономика ручек, для того, чтобы облегчать работу, офсет. То есть это классика. Здесь у вас кисть более жесткая, потому что вы не сможете ее расслабить, вам будет неудобно. Потому что кольца, вот они не смещены по отношению друг к другу. Здесь вы можете более расслабленно ее держать. Вот, работает. Это различие. Офсет. И прямая ручка.